Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Как ты видишь, у меня уже 9 уровень, и мы с тобой на 91 миссии. Сегодня я хочу попробовать дойти до соточки, я думаю, что у нас получится. Так, что у нас по картам, ребята? Вот такая колода, ну, естественно, я ее сейчас буду менять. Это у меня чисто для арены было взято. Так, возьмем танка и возьмем, наверное, нашего стрелка. Вот как-то так. Ну что, погнали. Ну-ка, что у нас тут? Ну, в принципе, то, что у них гром есть, танкуля. Вот шаман меня, конечно, здесь очень будет нервировать, если честно. Именно шаман, поэтому нам нужен сейчас будет стрелок. Слушай, он не вызывает шамана. Так, ладно, хорошо, давай тоже мелюзгу будем вызывать. И, блин, смотри, что творит, а. Придется вызывать грома. Других вариантов я пока не вижу. Так, отравление. Он тоже вызвал, друзья мои, грома. Это плохо, кстати. Что мы можем с тобой сделать? Зря он бежит, конечно, вперед. Хотя, подожди. Мы можем сейчас шамана с тобой уничтожить, ведь так? Так. И нам ничто с тобой не помешает. Так, морячка мы валим. Этого отравляем. Плюс расстрел. Сейчас, наверное, еще попробовать шамана вызвать. Хотя там откат. Да, друзья мои, тут уже победа за нами. Все, он упустил шанс, как говорится, свой. И мы его распетрушили. Отлично, 91-я миссия у нас пройдена. Так, получаем сундук. 18 монет. Ну, это, понятно, опыт. Гроза. И моряк Морган. Так, 18 монет на 5 стоит ли умножать? Думаю, что нет. Так, давай-ка перейдем с тобой на 92-ю миссию и смотрим, кто здесь. Угу, Сара Шип, 16 уровень. Это, кстати, очень плохо. Для моих танков это беда просто. Я смотрю, у него колода сделана чисто на скоростных плюс антитанк. Пламя и шаман, чтобы контрить дальников. Слушай, нам, наверное, с тобой надо будет заменить стрелка. А с другой стороны, зачем? Слушай, давай вначале попробуем. Я думаю, что гром будет справляться вот с этой малышней. Я надеюсь на это. Блин, а он танка вызвал первым. Ладно, хорошо. Блин, еще и Сарашип. Еще и этот мелкий. Ё-моё. Придется нам, ребята, защищаться. Угу, отлично. Блин, жалко, что мы, конечно, отравлены. Шаман, сейчас, ребята, будет шаман. В скором времени я предчувствую это. Нет, он взял пламя, все-таки сделал. Но, как видишь, мою пиратку он не завалил. А это, ребята, говорит только об одном, что сейчас ему будет крышка. Если пиратка выживает и подбегает практически вплотную к главному персонажу, это все. Это пиши пропало. Так, опыт, и смотрим, что здесь там. Дикарка достается и С. Так, 20 монет на 5. Это получается соточка. Ну, соточку можно еще сделать. Ну, мы с тобой перешли на 93-ю миссию. Смотрим. Так, здесь колдунья. Ее нужно как можно быстрее, ребята, уничтожать. А чем? Пламенем? Я боюсь, пламенем мы ее не прожгем. Ладно, будем надеяться, что мы успеем все-таки на скорость. Хотя вот здесь у них тоже есть скоростник, плюс, как известно, мелкий танк. Давай попробуем танк на танк для начала сделать. Стрелок, в принципе, нам поможет. Да, если мы успеем его поставить, в принципе, он будет... Вон, он, она уже... Ну, проверим. Я так и думал, что пламя нифига, ребят, не сработает. Твою налево, и пиратка не добежит, да? Тогда делаем вот так вот. Тыч. О-о-о-о-о-о-о, это большая была ошибка моя, ребят. Так, ну что, тогда остается вот так, успеем? Да беги ты быстрее, господи. Давай. Нифига, а, ну, хотя бы отравили, ребят. Так, ну он вызвал шамана. Он вызвал шаману крышка. Эй, поход...
Блин, хотел сказать, похоже, фокус не получился, но все может быть. Так, отравление она получила? Получила. И уничтожили. Слушай, ну тут, походу, все. Песенка спета у него. Слушай, круто мы, конечно, выкрутились из этой, так сказать, накаленной обстановки. Ох, 415 монет, шикарно. Охотница и кристаллический портал. Еще и умножить? Слушай, ну 2000 монет, погоди секунду, я могу прокачать себе тогда. Так, я забыл на открытие поставить. Гром, давай, давай, прокачивайся, ты у меня уже 13 уровня. На 34-м, ребята, он получит... Эксплуататор, это плюс 50% урона против замедленных врагов. Кого бы мне еще прокачать, а? Вот я все сижу и думаю, может быть, Сару Шип? Не знаю, вот почему-то мне хочется прокачать именно Сару Шип. Ладно, давай все-таки, наверное, прокачаем именно ее. Так, 13 уровень. И все, ребят, 750 следующая прокачка стоит. Я так понимаю, на 20 уровне у нас появится следующая звездочка. Так, ну что, оставляем пока такую команду. И давай смотреть, что у нас тут за противник. Опачки. Танк, антитанк, шаман. Слушай, здесь, наверное, моя команда скоростников вряд ли мне поможет. Плюс это еще с плеткой. Хотя уровень 8, ладно, поехали. Уровень маленький, я просто посмотрел. Вот тут только танк 18 левела, который может действительно мне тут проблемы сделать, но надеюсь, небольшие. Так, давай пиратку. Теперь, наверное, будем вызывать грома. Заклинашек у него нету, да, по-моему, нету. Единственное, что нам нужно, это их сейчас травануть, ребят. Пошел ты знаешь куда. Отравление очень хорошо их бомбит, ребят. Так что для этого, в принципе, этот малыш нам и нужен. И я так понимаю, что он понял, что он сфейлился, да? Хотя нет, борется еще, борется. Но тут уже сразу тебе скажу, бесполезно бороться. Когда две пиратки тут еще и прижучили. Плюс еще мелкий С, который бомбит. Тут шансов нету. Так, сундук, как обычно, 20 монет, 20 опыта, дикарка, мясник и охотница. И мы с вами переходим на 95-ю миссию. Здесь у нас... Ага, пошли легендарочки, да? Слушай, нифига себе, он 3 танка взял. Плюс воскрешальщика, антитанка и антимолчня. Стопы, так дело не пойдет. Пиратка, ладно, мы ее оставим. Стрелок нам здесь, по-моему, вообще никаким макаром не пригодится. Твою налево. Единственное, что мне здесь поможет, спасет, это их немаленький уровень. 5, 11, 1, 1, 2, 10. У нас уже 13, 13 и здесь... А, тут 14 и 13, плюс пламя. Блин, как бы мне вот получить пиратку, а, друзья мои? Хочу прокачать. Я видел, что делает пиратка на 6 уровне. У меня, по-моему... Соклановец есть. У него как раз пиратка 5 или 6 уровня. Бомбит не по-детски. Но я даже могу представить, ребят. Пумс, опа. А у него защиточка сработала. Замечательно просто. И как вовремя. Так. Трави. Отравили, отлично. Когда они отравлены, ребята, они очень быстро теряют здоровье. Очень быстро. Сам видишь, да, что получается. Так, этот воскрешает. Поэтому его желательно подбить как можно быстрее. Ну и все. Барак отдупляется у нас. Все легко и просто. Я еще раз повторяю, друзья мои, если пиратки стоят возле персонажа, шансов у них на спасение нет. Так, опыт. Гром. 10 карточек выпадает нам. Охотница. Двойной кинжал. И опять кристаллический портал. Так, ну что, переходим на 96-ю миссию.
Ага. 13 уровня Скорпион. Блин, с ним бороться так тяжело. Он танк, ребята. И его удары проходят через всех, кто его бомбит. То есть через весь ряд, скажем так. Ладно, я все равно попробую. У него молния 14 уровня. Вон даже как. Стрелок, как мы видим, у него 2-го. Кого он там начинает? С малышни, да? Тем более он тоже прокачанный. А вот, ребята, и Скорпион явился. Так, нам бы, знаешь, кто не помешал бы здесь? Скорее всего, Гром. Блин, подожди, а у него же стрелок. Опа! Смотри-ка, что творит. Ты смотри, что вытворяет парнишка-то этот, а? Так, тогда готовим стрелка. Ну где мой стрелок, блин? Да еще вот ему обязательно нужно сделать... Фу, успели. Так, вот это плохо. Пиратка, выходи срочно. Как раз она против вот этих вот мелких заходит на ура. Так, это вот сейчас... Опачки. Отдуплился. Так, бежим, бежим, бежим. Все, пиратка, ребята, у цели. А, он вызвал скорпиона все-таки, да? Тогда еще вызовем пиратку одну. Ну и все, тут уже... Пиши пропал, ребята. Ничего ему уже здесь не поможет. Здесь мне довольно легко проходится. А вот на арене, друзья мои, из-за того, что я нахожусь на очень большом ранге, против меня такие бизоны выходят, что мама не горюй. Грутто, а я ее называю Гретто почему-то. Так, ну здесь я, наверное, пропущу. Не будем умножать здесь. 97-я миссия. Смотрим, что здесь. Яд 3-го уровня, это плохо. Плюс скоростники и гром. А гром у него будет покруче, чем мой. В общем, я его тактику понял. Он будет выставлять яд на старте, чтобы я никого не мог вызвать. И в этот момент, естественно, он будет вызывать эту всю мелочь, которая будет меня разбирать. Но если мы с тобой возьмем инициативу, если мы его переплюнем, тогда нам повезет. Так что смотрим. Угу. Видишь, вот об этом я тебе и говорил. Ждем, ребят, когда исчезнет яд. И погнали. Ну, понятно, тут не успели. Поджарили. Блин, сейчас, конечно, будут тут уничтожать нас потихонечку. Давай, пиратка, колбась ты уже там, в конце концов. Блин, сейчас двоих накроет. Взрыв, конечно, офигенный, ребят. Ну, я ведь правильно сказал, что он будет травить здесь нас ядом. Сейчас мы с тобой переиграем. Все равно этот чувак останется у нас здесь. И мы его накажем. Менять противника не собираюсь, я просто ему отомщу. Стрелка, когда я вызвал, он сразу использовал яд. Поэтому погнали. Вначале все оставляем как есть. Сейчас он должен активировать, по идее, яд. Или не сейчас, блин. Ты видел, что он творит? Вот сейчас, ребята, он будет, наверное, активировать яд. Ты застал ты меня со своими бочками. Бесит. Я опять, ребята, на одну и ту же граблю наступаю. На одну и ту же граблю, а. Нет, тут мои мелкие вот эти, они здесь не рулят, ребят. Ладно, проигрываем. Надо немножко поменять команду. Яд слишком быстро уничтожает вот этих моих быстрых скоростных чувачков, поэтому здесь сделаем немножко по-другому. Танка я брать не буду. Шаман мне как бы тоже здесь не особо нужен. Возьмем с тобой ракетчика. Наверное, вот так вот сделаем. Ракетчик сюда. Ракетчик сюда и все. Ну и давай Груту еще возьмем с тобой. Вот таким вот, кстати, Груту можно прокачать. Все, да?
Там ее можно прокачать до уровня, наверное, 15-го, судя по всему. Ну что, давай рискнем. Пиратка нужна будет против вот этих малышей всех. Против этого. Это однозначно она пригодится. Так, давай, Грута, выходи. А чё он так... быстро дуплилось-то, эй? Давай, ракета, бомби. Блин, неужели опять у меня не получается, а? Опять обделался, да? Да, опять я обделался, друзья мои. Блин, я офигею. Этот гром какой-то неубиваемый просто. Неубиваемый. Что тогда нам сделать? Хилку, может быть, взять нам? Хилку. Ну, хилку я возьму, например, да? И что дальше? Портал. Портал. Можно было бы, в принципе, его использовать. Но нам надо что-то такое стреляющее, потому что грома надо уничтожать издалека. Танк есть, быстрыки есть. Шамана можно, в принципе, наверное, взять. Но я боюсь, он опять, ребята, звезданет, и все мои эти ребятушки отдуплятся. Поэтому, наверное, все-таки я возьму молнию. Молнию, да? И... Твою налево. Стоит, давай попробуем. Таким образом. Все равно ведь найду подход. Как ни крути, яд третьего уровня меня раздражает, он просто-напросто. Ну-ка попробуем. Блин, опять я лопухнулся, да? Не то, что нужно поставил. Давай сделаем так. Ты отдуплился. Так, теперь берем. Вот. Ребят, как только я начинаю вызывать... пиратку, он сразу начинает активировать. Нет, не катит. Ну, первый тоже ее вызывать нет смысла. Я имею в виду пиратку. Блин, я офигею, что-то я так давно нигде не застревал. Это мне напоминает что-то как арену. На арене у меня такая беда. Как встрянешь там где-нибудь на каком-то уровне, и все. И так до посинения. А может быть, не держаться за эту пиратку, а? Вот смотри. Сейчас мы свой применяем. Вот он, ядик. Вот он, друзья мои, яд. Ну давай, Гром, бросай свою бочку. Выдержим, выдержим, должны выдержать, ребят. Да блин, ну что тебе, блин, вот. Ну все, ребят, тут фейл опять. Опять я упустил шанс. Короче, знаешь, что я придумал? Брать две заклинахи. Брать огонь и брать молнию. Вот таким вот образом, наверное, мы с тобой сможем пройти. Если мы уничтожим с тобой грома, он сразу обезоружится. Сразу же. Или же можно нам с тобой взять хил. Как вариант, это тоже сгодится. Вот так вот. Поехали.
Менять противника я все равно не буду. Я буду на своем держать и настаивать. Поехали. Тут мы лучше дождемся с тобой грома. Он сейчас бросит. Тидич. Так, у нас есть хил, да, если что? И еще он там делает, да? Гром, ты будешь бросать-то? В плане я что-то не понял. Как это опять так получилось-то? Так, пускай бросит свою бочку. Пока бесполезно. Ну неужели? Так, друзья мои. Не надо подходить так близко. Два грома встретились, стоят друг напротив друга. Мы-то еще подхиляться можем. Так, ладно. Допустим. Нам сейчас нужна будет пиратка. Пиратка, блин, а что мне сейчас пиратка это сделает? Пламя мне нужно, пламя. Он опять вызвал грома, да? Давай тогда ему и сделаем с тобой так. Да ёпта, даже не успел подхилиться, блин. Слушай, он меня заколебал, вот серьезно тебе говорю. Он меня заколебал своими вот этими супостатами мелкими, вшивыми, блин. Особенно вот этот вот третьего уровня, эпический, блин, достал меня, серьезно тебе говорю. Допустим. Так, вот он выходит, гром у него. Мы этого поджариваем, да, хламона? Здесь мы с тобой отхиливаемся. Мой как бы отвлекает пока, да, получается? Все. А, пираточка-то прошла? Ха-ха. Блин, пираточка-то прошла, чего я радуюсь-то? Сейчас ее уничтожат. Слушай, по-моему, все. По-моему, он тут фейлится. Он тут фейлится, друзья мои. Неужели? Наконец-то одолели мы его. Трындец. Так, сундук. 15 монет. Опыт. Понятно все. Так, наездник на медведи. Охотница и... механик. Вот ты, голубчик, мне и попался. Почему я обрадовался именно механик, друзья? Это один из скоростных юнитов, который очень быстро бежит. Вот он. Очень быстро. Плюс 30% урона против персонажей из священной рощи, то есть против эльфов. 50 шанс отравить цель при попадании. Но это нужно до 10 уровня прокачать. То есть, я надеюсь, что сейчас мне будут выпадать хотя бы карточки. Ну, конечно, хотелось бы получить эпического чувачка-бойца. Так, подожди. Я же не поменял колоду. Так. Колоду же нужно поменять. С такой идти сюда, это, ребята, смерти подобное. Значит так. Я видел там у него... бомбомет, да, все дела. Мы с тобой возьмем тогда вот таких вот. Сарашип, я надеюсь, не прогадаем. Поехали.
А это кто такой? Вот этого я не помню, ребята. Третьего уровня, но этого я видел. А это мясник 14 уровня. Ну, проверим. Сарушип для затравочки закинем с тобой. Фига с таким щитом. Кто ты, мадам? Пока ничего сложного не вижу, ребят. Угу. Предсказуемый чувачок. Он сейчас отравится. А мои ребята уже подоспеют сюда, да? Сарашип, все дела. Ну, в принципе, и все. Просто задавили его скоростью. Сундучок. Так, 16 монет. О, 30 кристаллов. Спасибо большое. Гром. Так, моряк Морган и выжигатель. Так себе на самом деле. Только вот то, что гемы выпалит, хорошо. Так, ну что, у нас остается с тобой две миссии. Твою дивизию. Четвертый уровень, второй уровень. Блин, этот же стрелок издалека. Этот еще будет мертвецов. Опять же яд у него. Хм. Давай, короче, попробуем. Ну, мне кажется, здесь надо что-то другое брать. Здесь, скорее всего, нужен будет стрелок нам. Скорее всего. Я не уверен на 100%, но, скорее всего, он понадобится нам. Ну, начался. Его, короче, можно попробовать поджарить. Я не знаю, насколько он уязвим к огню. Отлично, он уязвим к огню. А вот тотем — это плохо, ребят. Тотем — это плохо. Да уничтожай ты этот тотем. Вот тут он, конечно, лопухнулся. Его яд, по-моему, кого-то уничтожил, одного из моих бойцов, но пиратку-то он не задел. И она, естественно, и добила. Так, что у нас тут еще? Опыт, скорпион, квек и механик. Теперь-то мы его будем прокачивать потихонечку, да? Квек. Квек, механик. Так, ребят, сотый уровень. Офигеть. Но тут уже серьезные проблемы. Опять же этот охламон, скоростник, плюс лучник, молнию, телепорт. И вот этот, ребят, крестьянин. Я не знаю, где они их берут. Вот этих крестьяшек. Это даже не крестьянин, это некро. Я-то думал, что это какой-то крестьянин. После смерти перенимает контроль над всеми врагами вокруг. Зашибись? Как тебе такой расклад? То есть он погибает, и всех моих юнитов, здесь, которые рядом стоят, он переманивает к себе. Так себе перспективка на самом деле, да? С удара. Так, ну здесь понятно все. Да ну блин. Надо валить. Это кто такой? Это сейчас кто бы? А, это портал, друзья мои. Уничтожай портал. Молнию, молнию, ребята, он. Так, давай. Он портал рядом, что ли, там поставил? Ну да, ребят, он поставил его рядом, блин. Упс. Он четвертого уровня, не забывай. Он бомбить будет сейчас. Если, конечно, мы быстрее его тут не уничтожим. А скорее всего, мы его забомбим сейчас. Тут все, тут без вариантов. Да. У нас с тобой сработало все. Золотой сундук. 32 монеты. Угу. Опыт. Дикарка. И сарашип. Да, я, честно говоря, рассчитывал на более богатую награду. Так, что у нас тут? Что мы с тобой сделали? Закончить миссию 100. 250 гемов. Ребята, а знаете, что это означает? Мы можем с вами открыть сейчас сундук. Купить и открыть. Так, монетки. Гроза.
Выжигатель, Сарашип, Болотный корень и Священный свет. Дали бы хоть одну эпическую карту, а? Так, друзья мои, мы открыли новую главу, в которой будут доступны... Оу, медуза, это круто. Медуза, какой-то портал. Не знаю, ребята. Не знаю, что это за портал. Так, смотри. Вот здесь у нас с тобой есть награды. Вот смотри. А, 320 нужно. Мы могли бы открыть вот этот, например, да? Ну, в идеале, конечно, вот этот хотелось бы. Но 1700, это мне копить тут полжизни. Вот этот можно, в принципе, накопить. Если рассчитывать еще, что через 4 минуты мы с тобой заберем 10 кристаллов. Потом через, сколько там, 3 или 2 часа еще 10 кристаллов. И таким образом, к следующей серии, я думаю, с тобой откроем редкий сундук, где будет одна эпическая карта. Ну, за кадром я, естественно, получу 400 монет плюс Грыту. А можем взять с собой одну вот эту карту. Но я думаю, что Мургла одного брать за 200 гемов не стоит. И такое впечатление, что все легенды только с магазина, ребята, у тебя появляются. Чтобы их приобрести, я не знаю, что нужно сделать. Как их найти вообще, чтобы они тебе выпали. Вот сколько я играю, еще ни одной леги мне не досталось, к сожалению. Но не будем унывать, будем надеяться на лучшее. А на этом, пожалуй, мы будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.